Отгремела абитура, и теперь бывшие школьники могут смело праздновать День первокурсника. Как это долгожданное событие прошло в культурной столице, нам расскажет Айсена Бурнашова. Вы только посмотрите, сколько ребят собралось на набережной. Буквально через несколько минут мы отправимся на белоснежном теплоходе покорять акваторию Невы и Финского залива. Традиция отмечать День первокурсника у якутян зародилась уже давно. И всегда эта поездка была бесплатной. В этот раз впервые за всю историю праздника главный организатор решил ввести символическую плату за вход. 100 рублей, а по бюджету, ну, деньги с еды. Просто, как бы, денег меньше, поэтому мы решили, что 100 рублей будет, в общем-то, не сильным препятствием для первокурсников. Всего на борту теплохода около 50 первокурсников. Это студенты с разных концов нашей республики, поступившие в этом году в петербургские вузы. Организаторы потянули не только расходы на транспорт, но и всю культурно-развлекательную часть праздника. Новоиспеченным первокурсникам активисты Сайды представили и песни, и танцы, и немного лирики в виде пожеланий от выпускников 17-го года. Это мероприятие такое атмосферное, не знаю, я как будто опять очутилась в Якутске. Ну, что весело было, хорошие ребята, много знакомств. Финальный аккорд вечера состоялся на палубе теплохода. Здесь ребята загадали желание и выпустили в небо шары. Раз, два, три! Надеемся, что этот вечер останется в памяти каждого первокурсника, как день вступления в новую, интересную и веселую жизнь. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.